что сознание не является какой-то специфической сущностью, что это специфический артефакт, точно такой же, как ощущение красного. Наша личность на самом деле лишь история, которую мы рассказываем себе, оперируя соответствующим культурно-историческим контекстом. Наша самость – это эволюционно сформированное ощущение, обусловленное необходимостью интегрировать разрозненные данные из внешней среды о состоянии нашего организма в единое целое. Буквально у нас есть просто маленькая такая островковая долька, внутри которой сходится огромное количество всякой разной информации, из которой создается ощущение нашей самости. Дело в том, что там зрительный, слуховая информация обрабатывается в разное количество времени, и просто должен быть некий модуль, в котором происходит эта интеграция в рамках единого целого.